Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Сегодня постираю вышивку из магазина Fix Price. Обзор на вышивку я делала ранее. Как вышивала, сколько цветов, хватило ли мулине. Все есть в том видео. Ссылка на то видео с обзором этой вышивки будет в описании к этому видео. Стираю. В горячую воду помещаю вышивку, прям в очень горячую. Насыпаю порошок. Я замачивала на час с порошком. Терла. От этой вышивки, как от предыдущих, стирки, на которые я показывала, черной воды нет. Вода не красится. Вода лишь слегка изменила свой цвет. Терла я сильно двумя руками. Это я вам показываю одной рукой, потому что второй я снимаю. Замачивала в кипятке. Я думала, что может быть от кипятка краска начнет отходить, но нет. Даже полосочки, которые вы сейчас видите, они не изменили свой цвет, они даже серыми не стали. Не знаю, почему так, но стирала я ее сильно. Сейчас она уже высушенная, цвет рисунок не поменял. Кажется, мулине даже ярче стало, то есть совершенно не изменился цвет. Краска из-под рисунка, как я понимаю, не вымылась, не смылась, потому что вода совсем не поменяла свой цвет. Это уже и 20-я вышивка из Fix Price, которую я стираю. И как минимум 10 я показывала стирки этих вышивок на YouTube. Всегда сильно красились. Но это старая вышивка, я давно покупала. Возможно, раньше у них было другое качество. Ссылки на все прошлые стирки вышивок из магазина Fix Price я оставлю в описании к этому видео. Я не очень заметила разницу, что я стирала, что не стирала. По-моему, ничего не изменилось. Это только мое субъективное мнение и результат только на моей вышивке. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.